Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске увеличилось до 37, в их числе 6 детей. Судьба еще 4 человек неизвестна. Такие данные к этой минуте приводят МЧС. Спасатели разбирают завалы в 4 смены, как вручную, так и с помощью спецтехники. Следственный комитет рассматривает взрыв бытового газа в качестве главной версии. Трагедия произошла рано утром 31 декабря. 6 человек удалось найти под завалами живыми, в том числе 11-месячного мальчика. Его доставили на лечение в Москву. Врачи НИИ детской хирургии и травматологии говорят, что Ваня Фокин идет на поправку.